Kochani, witam serdecznie ze Straszeni, z kościoła Wiestia Buny. Jest tutaj już trzeci dzień obozu sportowego dla dzieci, w którym tutaj uczestniczymy razem z Zuzą, Agnieszką i Maćkiem. Ale teraz nie będzie o obozie sportowym. Ze mną pastor kościoła, brat Adrian. I dlaczego on tutaj jest? Dlatego, ponieważ chciałby powiedzieć do Was kilka słów do tych wszystkich osób, które pomagały finansowo, modlitewnie też w pracy, w służbie z uchodźcami, którzy w licznej grupie tutaj z Ukrainy, wielotysięcznej grupie z Ukrainy przybyli do Mołdawii i między innymi w tym miejscu, w tym kościele tutaj, w tym budynku, który jest za nami, mieszkali przez kilka czy kilkanaście nawet tygodni. Poprosiłem Adriana, żeby opowiedział krótko o tym, jak to wyglądało i parę słów ważnych do Was powiedział. Adrian, пожалуйста. Да, мы, во-первых, очень благодарны за вашу помощь, за каждого, кто вовлекался в эту помощь для беженцев. Благодарим Войтака за то, что он был рядом и помогал, несмотря на то, что он был далеко, он был близко к нам сердцем. И все вы, которые откликнулись и вместе вовлеклись для того, чтобы помочь тем, кто нуждались в этой помощи. Мы с первых дней были с церковью, с людьми из церкви на таможне, там помогали людям, встречали, помогали им пересекать границу, ехать в другие страны, как Польша, Германия или другие страны, которые их принимали. Но также те, которые нуждались в ночлеге и не имели возможности сразу ехать, мы распределяли по разным центрам, но также мы принимали в нашей церкви здесь, вот в этом здании. Через наше здание прошли где-то больше 150 беженцев, и некоторые оставались на 2-3 дня, некоторые оставались, были даже больше, чем месяц, были, вот, потому что не было куда ехать. Спасибо вам за всю помощь, которую вы оказали, за то, что мы могли здесь их приютить, здесь их кормить, заботиться, давать им одежду, еду, тепло, потому что как раз тогда было очень холодно в то время, когда все это началось. И мы благодарны за все, что мы вместе смогли сделать, или то, что Бог делал через всех нас во славу Его. Кроме этого, мы помогали людям по семьям, по разным домам, которые были распределены. Ну, я помню, есть где-то еще 200 семей, которые здесь в Страшенах, мы помогали по семьям, чем могли. Вот теми помощью, продуктами, одеждой, которые вы тоже присылали. Это было огромное благословение. Спасибо вам большое. Вместе мы можем делать многое. И Господь через нас, когда мы едины, делает великие дела. Спасибо вам. Спасибо большое, дорогой Адриан. Tylko dołączam się po prostu do tych podziękowań. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą pomoc. Pamiętajcie o Mołdawii, o służbie tutaj Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii, o tym miejscu Wiestia Buny w Straszeni. Potrzebuje ten mały kraj naszych wielkich serc, naszych modlitw, naszych finansów też, materialnego wsparcia. Zapraszam na stronę internetową mpd.org.pl, na której więcej możecie się dowiedzieć o tym, co tutaj się dzieje, co tutaj robimy. I cóż, niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Спасибо большое. Да, тебе спасибо.